А можно заказать мужской торт? Недавно ко мне обратилась клиентка и сделала заказ для своего мужа. Она попросила сделать мужской торт без клубнички, сливочного крема, а что-то брутальное. Я давно хотела сделать один декор, и я очень обрадовалась, когда клиентке понравилась моя идея. Клиентка выбрала сникерс. Его, кстати, чаще всего заказывают для мужчин. В составе тортика шоколадные коржи, шоколадный крем, карамель, орешки и шоколадный чизкейк. Но самое интересное будет, конечно же, дальше. Торт я покрыла шоколадным ганашем, чтобы покрытие выдержало декор. Далее я нанесла слой велюра, сделала шоколадные трубочки, окрасила их золотым кандурином. Чтобы они лучше блестели, лучше смешивать кандурин со спиртом или с водкой. И с помощью фризера закрепила трубочки на торте. Просто посмотрите, какой стильный торт получился. Обязательно досмотрите видео до конца, там вас ждет очень аппетитный разрез. А теперь давайте проверим вашу интуицию. Как думаете, сколько стоил этот шоколадный тортик?